Текстильные традиции Ветковского района в 2016 году занесены у спис нематериальной культурной спадщины Беларуси. Убачить на свои вочи нехлюбские тканые выробы конца 19-го, початку 20-го стагодзев, адмысловые древы з рушников, постилки и традиционные одення можно на выставе у Гомелі. Яна працуе у филиале Ветковского музея старообрядництва и белорусских традиций имя Шклярова. Признание до нехлюбки и ее майстрых пришло давно. Еще с середины 20-го стагодзя нехлюбские выробы почали свою вандровку у лепшие выставочные залы нашей краины и свету. ВДНХ у Москве, Экспо у Монреале и Осака. Набыл нехлюбский рушник для своей коллекции навод Нью-Йоркский Метрополитен-музей. Але сапраўдной скарбницей нехлюбского рукоделья можно назвать Ветковский музей, где заховываются тканые и вышиваные рушники, постилки, дорожки, а майстрыхи раскрывают таемницы сотни старожитных орнаментов. Дякуючи шматгадовой экспедиционной працы, мы научились не только собирать эти речи и заховывать, але еще и выраблять. То бок мы сами снуем, красно заправляем, мы обновили архаичную традицию паневного полотна, кашули, те же самые рушники. Все это зараз можно соткать, научиться соткать у филиале нашего музея, ткацкой майстерни. И до этого же у самой Нехлюбцы есть сельский центр ткацтва, где этому научают, и средняя школа нехлюбская детей так само адмыслово научая своему реместву.